Я ничья не кукла и ничей не пехотинец, Рамзан Ахматович. И меня водит только мой разум и здравый смысл. Я свободный человек и планирую остаться свободным гражданином и патриотом России. Указывайте своим журналистам, что им писать и говорить. Мне указывать не надо, тем более в таком оскорбительном тоне. Я против... Тумсо, ассаламу алейкум. Что думаешь про конфликт Кадырова и Шевченко? Интересно твое мнение. Кто дал заднюю? Ва алейкум ассаламу рахматулла. Мне тоже эта тема очень интересна. Я как раз хотел это сегодня прокомментировать. Значит, для тех, кто не в курсе, Кадыров написал в своем телеграм-канале большой такой текст, как обычно, он же любит на любые темы высказываться. Но здесь, в принципе, это касалось непосредственно Кадырова, потому что после знаменитого инцидента с избиением отца при его ребенке в Ватутинках, в России, в этом московском микрорайоне. После этого, если вы следили за ситуацией, да, поднялась огромная волна в СМИ, там начали что-то кавказцы, кавказцы, потом выяснилось, что это вообще не кавказцы, Кадыров, значит, закусился с Симонян, потом дал заднюю, что-то там взял свои слова обратно. В общем, была такая целая история, и после этого кадыровские парламентарии в лице Иудова там, и других депутатов, они, значит, внесли предложение в Государственную Думу России о запрете для СМИ упоминать национальность преступников, национальность и там, их место жительства, да? То есть говорить, откуда они родом, грубо говоря. И это предложение вызвало споры даже внутри правящей в России партии «Единая Россия», как Навальный любит говорить, партия жуликов и воров. Даже представители этой партии, видные причем представители, депутаты, они высказались против того, чтобы такое ограничение было введено. Ну и, разумеется, не только представители этой партии, были также и другие люди, которые выступили против. И среди вот этих людей, высказавших свое мнение, альтернативное мнение Кадырову, был и Шевченко. Шевченко говорил не с точки зрения, то есть он уточнил как бы свое мнение, он сказал, что он считает, что запрещать это нельзя, но как бы акцентировать на это внимание он считает, что неправильно, но вот законодательно это запрещать нельзя, потому что это уже как бы цензурирование, это противоречит свободе слова и так далее. Так вот, Кадыров после этого написал огромный пост, и в этом посте я просто прочту вот ту часть, которая касалась именно Шевченко. Он пишет: «Соловьев, Попов, Шевченко, Дризе, Меркачева, Затулин, Миронов, вы бы хоть паузу выдержали, чтобы ваше мнение выглядело более естественно, но каждый из вас решил угодить общему куратору и высказаться как можно быстрее. Передайте вашему кукловоду, что ему достаточно было набраться храбрости, напрямую обратиться ко мне и не использовать для этого десятки средств массовой информации и ньюсмейкеров». Что в этот момент, ну понятно, что это не Кадыров писал этот текст, но он в любом случае его одобрил, и мне интересно, вот у авторов этого текста и у самого Кадырова, что у них было в голове, когда они говорили про некого куратора, которому они пытаются угодить, и про кукловода. Ведь о них говорится здесь в негативном ключе, но среди перечисленных людей есть, допустим, Соловьев. Соловьев – это вообще прокремлевский абсолютно пропагандист, да? Это, собственно говоря, этим все сказано. Это путинский, это российский, это кремлевский человек. И если у Соловьева, у Затулина, Миронова и Шевченко, у них есть ли один куратор и кукловод, о котором в негативном ключе говорит Кадыров, кого он имел в виду? Я просто теряюсь в этих догадках. Что это за человек может быть? Или организация, или страна? Что ты имел в виду, Кадыров? Пожалуйста, хотя бы намеком поясни нам. Это было в адрес кого? Путина, может быть? Его имел в виду кого? Или этого Кириенко, кто там отвечает за внутреннюю политику в администрации президента? Или кто там? Может быть, Суркова ты имеешь в виду? Ну кого? Понятно же, что это не США ты наверняка имеешь в виду, говоря про Соловьева, допустим. Меня больше всего вот этот момент смущает, как бы Соловьев и Шевченко. Кто у них общий куратор? Кто может быть их кукловодом?
Ну и, в общем, после этого Шевченко уже ответил. Шевченко вышел в эфир «Дождя» и прокомментировал эти слова Кадырова. И прокомментировал их очень-очень грамотно, очень хорошо. Я бы поставил ему, наверное, пятерку за эти слова. Я их зачитаю. «Не понимаю, почему Рамзан Кадыров обращается ко мне в таком оскорбительном тоне. Я ничья не кукла и ничей не пехотинец». Вот это вот самое важное, что сказал Шевченко, таким образом прям подколов, да, уколов Кадырова. Респект, Шевченко. Очень круто, крутой ход. «Я ничья не кукла и ничей не пехотинец, Рамзан Ахматович. И меня водит только мой разум и здравый смысл. Я свободный человек и планирую остаться свободным гражданином и патриотом России. Указывайте своим журналистам, что им писать и говорить. Мне указывать не надо, тем более в таком оскорбительном тоне. Я против упоминания национальности преступников, но не потому, что какие-то депутаты это запретят, а потому, что это упоминание имеет последствия. Потому что это упоминание имеет последствия, которые журналист обязан осознавать. Лучше бы депутаты от Чечни поддержали законопроект о расследовании пыток в ВСИН». Ну, ответ, конечно, сильный. За вот этот вот отдельный подкол с пехотинцем здесь хочу вообще это выделить. И Шевченко, да, безусловно, конечно же, умеет отвечать. Но я здесь не могу упомянуть и действия самого Шевченко. Не так давно Максим Шевченко выходил со мной в эфир 2 года назад, чуть больше 2 лет. И в этом эфире выступал адвокатом у Кадырова-старшего, всячески респектовал и Кадырову-старшему, и младшему. И после этого у нас было еще одно включение на BBC, когда мы говорили про строительство мечети. Опять Шевченко говорил очень респектабельно в отношении Кадырова. И после этого, когда он в различных эфирах, его просили там как эксперта по Кавказу, да, прокомментировать какие-то действия Кадырова, заслуживающий, безусловно, критики, Максим Шевченко был очень осторожен и аккуратен в своих высказываниях. По всей видимости, Максим полагал, что такое его отношение к Кадырову и представителям его власти обезопасит его от их нападок. Но вот эта вот последняя ситуация показала, что так это не работает. С такими людьми рассчитывать на то, что я буду с вами хорошим, и вы в ответ тоже будьте со мной хорошими, это не работает. Как только где-то вы даже косвенно выскажете какое-то мнение, идущее вразрез с их мнением, они очень быстро по вам пройдутся. Поэтому то, что произошло с Шевченко, мне кажется, это хороший урок для самого Шевченко. И это такая показательная ситуация. И я надеюсь, что Шевченко теперь будет, ну, изменит, по крайней мере, свое отношение к этим людям, свою стратегию, да, даже не стратегию, свою тактику своего поведения с ними. Возможно, это будет на благо в целом российскому обществу, подобные дискуссии в СМИ. Так что, в целом, я считаю, что это тоже та ситуация, как и вот в вопросе с этой границей, когда одни сторонники российской власти спорят с другими сторонниками и ненавидят друг друга. Мне кажется, вот это тоже такая же ситуация, когда мы с вами должны со стороны просто за этим наблюдать, и ни в коем случае становиться на чью-то сторону здесь нам не стоит. Ни Шевченко в данной ситуации, ни Кадыров для нас не являются там хорошими ребятами, что те являются сторонниками этой российской власти, что эти. Просто в каких-то конкретных вопросах, касающихся национализма в России, у них происходит раскол. И они начинают друг с другом спорить. А мы с вами просто за этим должны наблюдать со стороны.